Приветствую всех искренне любящих Господа Иисуса Христа. Хочу с вами поделиться сегодня одной прекрасной темой, которая относится к чувствам человеческого естества. Третья глава послания Титу, 3-4 стихи. В третьем стихе написано, что мы были гнусны и ненавидели друг друга. В четвертом стихе написано, что когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога. Написано, что там появилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего. До этого ненависть человека к человеку. Значит, мы когда-то ходили в этой ненависти. Ненавидели друг друга. В чем заключается эта ненависть? Откуда идет эта ненависть? Мы замечаем, что вот это есть качество сатаны, ненавидеть другого человека. За что? Просто так. Просто так ненавидеть этого человека. Потому что он есть. Потому что человек в присутствии другого человека себя чувствует незащищенным. Он чувствует какую-то угрозу из-за присутствия этого человека. Что за чувство? 8 глава, 44 стих, Иоанна говорит так, что вы хотите исполнить похоти отца вашего дьявола, потому что он от начала человека-убийца. И когда он говорит ложь, говорит от своего, потому что он лжец и отец лжи. В первом послании Иоанн говорит, что кто ненавидит брата своего, он человекоубийца. Значит, человекоубийство и ненависть – это одно и то же. И здесь третий стих, когда говорит, что мы ненавидели друг друга, значит, мы были человекоубийцами. Ходить в магазин, заметить лица человеческие, ходить по улице, заметить вот эти хмурые лица, ехать в транспорте, замечать, что вот какие ненавистные взгляды людей друг к другу, на работе, даже в собственной семье порой бывает. Почему это? Потому что в тот момент, когда человек дает место этому духу злобы, он наполняется этим духом, а в этом духе не может быть любви, там только ненависть. Посему и человек начинает ненавидеть другого человека. А Иисус, приходя, Иисус научил любить, любите врагов ваших. Почему? Если ты начинаешь любить твоего врага, это не обозначает, что ты становишься рабом твоего врага. Просто вот это чувство ненависти ты останавливаешь внутри себя. Вот это человекоубийство ты останавливаешь внутри себя. Ты уже прекращаешь ненавидеть этого человека. Что случается с тобою? Екклесиаст 3 глава говорит, что есть время любить, есть время ненавидеть. Если там написано, что есть время любить, есть время ненавидеть, это не обозначает, что ты в определенное время должен любить и того, одного человека, и в другое определенное время должен ненавидеть того человека. Что же это обозначает? То же самое Екклесиаст, 7 глава, 16-17 стихи говорят так. «Не будь слишком строг». В армянском переводе написано «Не будь слишком праведен». «Не выставляй себя слишком мудрым, зачем тебе губить себя?» 17 стих говорит так. «Не будь безумен». То есть, «Не будь грешен». «Зачем не в свое время умереть тебе?» В обоих случаях замечаем, что смерть приходит к человеку. В одном, когда человек себя выставляет слишком мудрым, то есть праведным, он губит себя. Во втором, когда человек грешит и буен, он не в свое время погибнет, умрет не в свое время в обеих случаях. Как это понять? Когда ты слишком мудр, что ты делаешь? Человек, которого ты любишь, этот человек, когда допускает оплошность, беззаконие, ты прикрываешь этого человека. Знаешь почему? Потому что у тебя эгоистическая любовь к этому человеку.
ты, прикрывая этого человека, никоим образом не спасаешь этого человека. Наоборот, губишь и позволяешь, чтобы этот человек углубился в своем беззаконии. И ты защищаешь беззаконие. Это обозначает у тебя лжеправедность. Вот что губит тебя. Да. Губя другого человека, ты губишь себя. Второе положение. Когда ты ненавидишь какого-то человека, если этот человек говорит истину, все равно ты не можешь эту истину принимать, потому что говорится из уст того, которого ты ненавидишь. Таким образом ты грешишь, и что ты делаешь? Ты снова губишь себя. Ты можешь умереть не в свое время. Но Библия этим, когда говорит, что есть время любви, есть время ненависти, он не говорит, что все это должно доминировать над тобою. Это мера измерений, над которым должен доминировать ты. Не эти чувства. Вот почему любовь и ненависть должны быть в твоей руке. Послание к Коринфянам говорит так. Все мне позволительно. Но ничто не должно обладать мною. Я хочу спросить тебя. Это касается только материальному? Это касается какому-то жизненному в отношении, чем мы обеспечиваем нашу жизнь? Это касается всему. В данном положении это касается и этим чувством тоже. Чувство ненависти и чувство любви. Все мне позволительно. Мне и тебе позволительно ненавидеть. Разве? Почему у нас должна быть ненависть? Разве ты и я не должны ненавидеть грех? Должны. Так если мы должны ненавидеть грех, значит, нам это позволительно, да. Но это не должно обладать нами. Мы должны обладать этим. Разве мы не должны любить праведность? Должны. Значит, праведность, вот, любовь к праведности, вот это любовь, чувство любви в нас должно быть, да. Но чувство любви не должно обладать нами. Мы должны обладать чувством любви. То есть доминирующее состояние с нашей стороны должно быть и в отношении ненависти, и в отношении любви. Снова третий стих послания Титу. Мы ненавидели друг друга. Четвертый стих. Когда же явилась спасительная благодать Господа нашего Иисуса Христа и Его человеколюбие? Иисус, пришед в мир, Он показал человеколюбие, Он показал жертвенность, Он показал, как нужно любить человека. Его жизнь показывает это, доказывая, что обозначает любить человека. Не любовь командовал Иисусом Христом. Христос командовал любовью. Он говорит, что имею власть от Отца положить свою жизнь и имею власть опять принимать свою жизнь. Эту заповедь я получил от Отца. Бог разве тебе такую заповедь не дал, чтобы жертвовал ты ради брата твоего и ради сестры твоей? Ты имеешь такую власть от Бога, как и Христос имеет такую власть от Бога. Значит, ты имеешь власть. Не любовь имеет власть над тобою, а ты имеешь власть над любовью. И ты можешь твою жизнь положить, можешь и не положить. Ты можешь жертвовать собою ради брата, ради сестры, можешь и не жертвовать. Это относится ко всем ситуациям жизни, ко всем сферам жизни. Пускай Бог поможет, чтобы нам это было ясно. Итак. Почему же сатана так ненавидит человека, что он делает все возможное, чтобы побольше людей пало в грех, в заблуждение, с собой ввести в ад, в вечную погибель? Мы замечаем, что он, как ангел, желал входить в ту сферу, где находится человек, что дано Богом человеку. Что за сфера? Первое послание Петра, первая глава, написано так. Что пророкам было открыто, что не им самим, а нам послужило то, что послано через благовестие с небес, во что желают проникнуть ангелы. Значит, есть нечто, что нам служит, и вот в это нечто желают проникнуть ангелы. Что же это?
Буквально очередной стих говорит так. «Итак, припоясав чресла ума вашего, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать». Вот куда ангелы желали вторгаться, войти, приникнуть, а им не дано. А этому ангелу захотелось войти, он возгордился. Он хотел войти в ту сферу, что ему не дано. У нас нет такой сферы, написано, не мечтайте о себе. Но думайте о себе скромно по мере веры. Когда мы начинаем о себе мечтать, если я не апостол, мечтаю быть апостолом, я поступаю как некто, кто вышел против Бога. Если я не пророк, вторгаюсь в ту сферу, где пророк, я поступаю как некто, кто вышел против Бога. Если я не пастор, я ставлю себя пастором и начну держать паству, я гублю весь народ, ведя за собой, потому что я не пастор. Если я не учитель, начинаю учительствовать, я гублю весь народ, потому что я только этого хочу. Вы представляете, что это такое? Это буквально след сатаны, которым ходит человек. Итак, сатана, он знал, этот ангел до того, как стать сатаною, он знал, что ему это не дано. Но он хотел ворваться туда, вот, входить в эту сферу. И только человеку было дано, чтобы быть подобным Богу. А вот он хотел быть подобным Богу. Вот откуда такая лютая ненависть к человеку. И вот, вот эту ненависть каждый человек на земле имел в себе до того, как встречаться со Христом Иисусом. Когда человек встречается со Христом Иисусом, он начинает видеть уже человеколюбие, которое Бог показал через Христа Иисуса, эту благодать. Иоанн в Евангелии своем в первой главе, в 17 стихе говорит так. «Закон дан через Моисея, благодать же истина произошли через Христа Иисуса». Значит, вот эта благодать произошла через Христа Иисуса. Он и есть благодать Бога живого. 18 стих говорит так. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, суши, в недре Отчим Он явил». А тут человеком дана такая благодать. Что за благодать? 1 Тимофею, 3 глава, 16 стих. Великая благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Третье положение. Показал себя ангелом. Ни один ангел не видел Бога. Ни один ангел. Им не дано было видеть Бога. Серафими, херувими, им не было бы дано. Они имели крылья. Одним покрывали ноги, другим покрывали лица, и третьими летали и возглаголали. «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, вся земля полна славы Его». Но не видели, когда Иисус говорит, что «не соблазняйте из малых одного хоть кого», из них, потому что я говорю вам, что их ангелы каждый день видят лицо Отца Моего. Вы понимаете? В этом метафора, аллегория. Иисус этим хотел говорить, что ангелы предстоят перед Богом. Но не для того, чтобы видеть. Написано, единый, пребывающий среди неприступного цвета, которого из человеков никто не видел и видеть не может, из человеков. А 18 стих 1 главе Иоанна говорит, что вообще никто не видел Бога, кроме единородного Сына. И вот 16 стих 3 главе 1 Тимофею. Бог показал себя ангелом как? Когда Бог воплотился во Христе Иисусе, став человеком, ангелы получили возможность видеть Бога благодаря человеку. Благодаря тебе, да, благодаря тебе, потому что ради тебя Иисус воплотился. Ради тебя Иисус воплотился. Эту великую благодать Бог дал тебе. А
ангелы хотели видеть Бога, будучи служителями перед Богом. Они служили для тебя. Бог посылал их, чтобы служить тебе, который наследует спасение. И вот для тебя Бог воплотился. Иисус Христос. Именно тогда ангелы получили возможность видеть Бога. Когда Филипп сказал: «Покажи нам Отца, и хватит», Иисус сказал: «Столько времени я с вами, и ты не видел меня? Видевший меня видел Отца. Это достаточно». Друг мой, я хочу тебе говорить, что сегодня ты встретился со Христом Иисусом. Сегодня уже у тебя встреча с Ним. Вот эта ненависть, которая была в тебе к отношению к любому человеку, остановилась через Христа. И пора уже проявить любовь, человеколюбие к любому человеку, остановить ненависть к врагу, начинать любить врага, то есть остановить убийство внутри себя того или иного человека, тот или иной народ. Таким образом, Бог начинает доминировать в тебе, и ты начинаешь доминировать над чувствами любви и ненависти. Пусть Бог благословит, чтобы это было открыто сердцу твоему. Да благословит Господь тебя. Мир дому твоему. Аминь.